слова. Я чувствую дрожь, но ноги сами пускаются в пляс. Моя жизнь на кончиках сна. Памяти не так уж и много, но вполне достаточно для двоих, чтоб сначала зайти, скачать, а потом удалить. Мои пальцы нежны, но мозоли на левой руке не дают брать пробу на кровь. Сновидений сидят на корточках возле подъездов. Я должен обнять каждого из них. Я должен сказать сезам. Узорщик из дома напротив катит свой камень, как заведенный. Он все ближе и ближе, он машет мне рукой. Должен подать ему знак. Моя жизнь на кончиках сна. Чего с нами?